Այնը շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր բազմազբաղ աղօրյայի մեջ գտաք ժամանակ ու որոշեցիք պատասխանել մեր հարցերին։ Եվ առաջի հարցը այդպիսին է. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հատկապես արվեստում և կինոյում նկարահանվեցին բազմաթիվ ֆիլմեր ու ստեղծվեցին արվեստի ստեղծագործություններ, որոնք ցուցադրում էին ու ներկայացնում էին պատերազմի դաժան ու սարսափելի պատկերը, և կարծես թե կինոն կարողացել էր և արվեստը կարողացել էր համապատասխան և համարժեք պատասխան տալ պատերազմին, բայց ինչպես տեսնում ենք, այսօր պատերազմները շարունակվում են ցավոք սրտի, և ինչ է կարծում, փոխվել է արդյոք արվեստի նշանակությունն ու առաքելությունը, և հավատում եք, որ կինոն ու արվեստը կարող են աշխարհը առավել լավը դարձնել։ Вы знаете, это, по-моему, большая гуманитарная ошибка считать, что искусство может что-то поменять. И не только кино, но и литература, и театр, и музыка. Оно работает каким-то другим способом. Мне кажется, что даже непроговоренным. Мы не знаем, каким способом работает искусство и зачем оно, кстати, это искусство. И можно ли совсем без него обойтись? Или оно нужно? Может быть, оно нужно только тем, кто его делает, кто пишет, кто снимает, да, кто фотографирует. Нам оно нужно, несомненно. А нужно ли это другим, мы не знаем. Другие предпочитают, что касается кино, чтобы оно их развлекало. Да? Люди живут такой трудной жизнью, что хотят развлечений. И они считают, что вообще кинематограф для развлечений создан. А любое серьезное кино, оно очень редко с нашим как бы, физическим состоянием смешивается и дает какой-то новый результат. Вообще искусство не дает новых результатов, иначе мы, начиная там с века замечательных греков или латинских писателей, да, римских писателей, мы бы становились все лучше, 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 и к нашему времени на земле бы жили ангелы, да? А вот ангелам искусство не нужно совершенно точно. Да? И вот тогда бы никакого искусства не было. Поэтому нет, нет, никак не влияет. И, к сожалению, то, что мы пришли к такому злому, ужасному совершенно результату на сегодняшний день, неожиданному результату. 24 февраля я проснулась неожиданно, 4 часа 30 минут где-то, и включила компьютер. Вот не знаю зачем, да, но вот какая-то тревога была, и вдруг я увидела то, что началось, да. И это было так страшно. Я думала, что мое поколение, которое родилось после войны, уже не испытает войну рядом. Понятно, что война не кончалась вообще на других континентах, но вот что это будет рядом, и что я почти в нем участвую, или от моего имени кто-то его делает, это даже в самом-самом ужасном сне не могло присниться. Вот этой фантазии не было. Да? Были звездные войны, марсианские войны, а других войн не было. Мы очутились в совершенно другом мире, в котором раньше не было. И непонятно, как в нем будет работать искусство, которым мы занимаемся, и непонятно, как в нем будет работать кино, и какое оно будет. Я настолько растеряна до сих пор, вот 4 месяца, да, уже, что я закрыла свою киношколу, потому что я не знаю, как учить ребят. Их надо учить по-другому, мы живем в другом мире, и надо придумать другой способ их научить видеть этот мир. Но как это? У меня еще нет этого ни метода, ни способа, ни взгляда, ничего. В общем, мы оказались все в тяжелой ситуации. Те, кто сделает вид в искусстве, что они не заметили 24 февраля, будет лгать все время. Тем более, если вы помните по истории культуры, самые серьезные события осмысляются в искусстве лет через 50 только. Вот сейчас, когда все это прямо перед нами, да, осмыслить их до конца невозможно. Можно только хронику снимать, можно только фиксировать то, что происходит. Эта фиксация очень нужна. Она должна попасть в архивы, она должна храниться очень хорошо для того, чтобы следующие, те, кто сделает большое кино, видели детали. Да, вот эти детали будут очень важны, потому что они не будут похожи на те детали, которые были в предыдущих войнах. Они будут совершенно другие. Это будет другая жизнь, другая эпоха и другое состояние человека. Вот это будет очень сложно.
это будет сложно, для всех нас будет сложно. Но я уже как бы в том возрасте, когда я схожу с арены, а вот мои ученики молодые, им будет трудно находить вообще новый язык даже для такого кино. Տեսեք, COVID-ով պայմանավորված, համաճարակով պայմանավորված, թվում էր, որ մեծ կինոփառատոներ երևի թե այլևս տեղի չեն ունենալու, եւ մենք տեսանք, թե ինչքան արագ կինոփառատոները, նույնիսկ ֆիլմերի պրեմիերաներ, այդպես մեծ տեղի են ունենում առցանց հարթակում։ Բայց այսօր, երբ մի փոքր թվում է, որ հաղթահարել ենք այդ համաճարակը, տեսնում ենք, որ նորից այդ մեծ միջոցառումները սկսեցին տեղի ունենալ եւ կազմակերպել։ Ինչ է կարծում, կինոն կարող է գոյատևել առանց կինոփառատոներ, եւ ինչու է կինո Паратона хорошо хорошо в каревот кино и хамач. Ну, для меня кинофестивали именно офлайн, да, которые происходят в реальности, очень были важны. Хотя вот у нас, не знаю, как у вас, некоторые критики говорили, да зачем? Мы это увидим в интернете, да, и кому нужно это, нужна эта трата денег и так далее. Мне кажется, что это невероятно важно устраивать кинофестивали, потому что, значит, первое, я сделала кино, и вы сделали кино. И я очень хочу, чтобы мы обменялись этим кино, да? Чтобы мы посмотрели друг на друга. И нас таких достаточно много, тот, кто делает кино. Мы должны посмотреть, а вообще, каким образом мир думает о себе. Да? Вот вы в Армении, я в России, кто-то в Америке, кто-то во Франции, неважно где, но вот нас собралось много на фестивале, и мы хотим понять, а как в каждой точке пространства нового человек осмысляет вот это время, да, это время. А потом, конечно, вот такое соревнование, оно немножко другого типа, нежели в спорте, да. Здесь не так важно победить, но очень хочется понять, на каком вы свете. Вы внутри этого процесса или вы вообще отдельные? Вы отдельные, потому что вы гений? Или вы отдельные, потому что вы вообще не понимаете, как вообще с временем работать, да? Вы кто внутри? Причем я когда начинала снимать кино, а я сама из Казани, да, и я начинала снимать на Казанской студии «Кинохроники». Это очень небольшая была студия, она как-то работала, и мне страшно не нравилось, как они снимают. Тогда очень сложно было посмотреть, что происходит в мире. Практически нигде нельзя было посмотреть, если ты не выйдешь за рубеж, да, и будешь участвовать в фестивалях. Я сняла несколько фильмов, и меня уволили со студии, потому что я была очень не похожа на то, что снимали на студии, и директор говорит, да какой ужас она снимает, да, а еще тут права какие-то качает, все. Но вдруг кто-то послал на ИТФУ, это, ну, для зрителя самый крупный фестиваль в Европе, который проходит в Амстердаме каждый день. Да. Кто-то туда послал один из первых моих фильмов, и он сразу попал в конкурсную программу. Я приехала на ИТФУ и очень много посмотрела. Сейчас я смотрю гораздо меньше, я уже устала от кино, да? А я посмотрела тогда почти все, а там невероятное количество с чем-то фильмов идет, да? И вдруг я поняла, что я не выпадаю из мирового процесса. Я каким-то образом интуитивно, не видя никаких документальных фильмов настоящих, в этот мировой процесс вполне вписываюсь. Вот. И что я на уровне вписываюсь, сделав свои первые фильмы. Вот это вот для начинающих фестивалей это вообще бесценно. И надо на них быть, надо выпивать, надо знакомиться, надо дружить. Вот это такое, это часть мира режиссера, и отменить его никак нельзя, на мой взгляд. Я очень рада, что он вернулся, этот мир. Я рада, прежде всего, что вдруг мои ребята попадут на фестиваль. Но вы знаете, ситуация, что многие страны, солидаризуясь с Украиной, решили не пускать русское кино на фестивале. И мне было бы очень жалко, потому что у меня несколько очень хороших фильмов сделали последние ребята из нашей школы. Да? А они попадают, ну, кроме того, что они попадают только в программы офлайн, это было до 24-го, а сейчас они могут вообще не попасть со своими фильмами никуда и не почувствовать вот это ощущение какой-то связи друг с другом. Не просто соревнования,
внимание, ты не только соревнуешься, но ты и связан с этим человеком, чье кино тоже рядом с твоим показывают на экранах. Это действительно, ну, вот эта штука, которая не должна погибнуть в фестивале. Они должны существовать в разных, маленькие, большие, неважно какие. Ես գիտեմ, որ դուք շատ այդպես ավելի կայուն փորձառություն ունեք ուսանողների հետ աշխատելու, ես մոտավորապես 5 տարի ինչ աշխատում եմ ուսանողների հետ եւ իրենք հիմնականում 12-ից 18 տարեկան են եւ ես հասկանում եմ, որ գնալով իրենց համար դժվար է տեսնել խաղարկային վավերագրական կամ անիմացիոն, բայց լիամետրաժ ֆիլմ եւ գուցե սխալվում եմ, բայց գուցե ոչ, ինձ թվում է, որ Instagram-ը եւ TikTok-ը կամ նման ուրիշ ծրագրերը որոշակիորեն փոխել են կինոյի լեզուն, ոչ թե կինոյի լեզուն, այլ նաեւ կարելի է այդպես ասել, այդ մենք ունենք այդ մի բառը շարժապատկեր, խոշոր իմաստով հենց այդ վիդեոյի էությունը, ինչ է կարծում, դա ինչ ազդեցություն կունենա կինոյի լեզվի եւ ընդհանրապես մտածողության վրա, կինո մտածողության վրա? Смотрите, киноязык ведь не рождается просто так, да? Вот я хочу придумать, как снимать по-новому, или я буду снимать как Тарковский, или я буду снимать как, ну, mm-hmm. Довженко, да? Или я что-то придумаю. Язык не придумывается, он как бы вырастает из времени, да? И, конечно, на это время все действует, и YouTube, и TikTok. И в этом ничего плохого нет. Главное, надо понять, что это другое время, это другое поколение. Это поколение работает с другим временем, с другим темпоритмом оно работает. Это очень важно, потому что надо сказать, что ритм – это форма. И меняется ритм, и меняется форма. Да? Мы среди вот этих фильмов, которые наша жюри посмотрела сейчас на «Абрикосе золотом», увидели много хороших фильмов, но снятых очень традиционно. Вот это я человек, как бы уже очень взрослый, очень взрослый, вот, который привык к разному типу кино, и который переносит длинное время, все-все. Я увидела единственный фильм, который абсолютно существует в сегодняшнем времени. И это был самый интересный фильм. Не скажу, я как член жюри просто не могу вам сейчас сказать, какой это был фильм, да. Но это действительно был самый интересный фильм. И я подумала, как круто, молодой автор, а там молодой автор почувствовал, что иначе время бежит. Оно не как у Тарковского бежит. Это не значит, что Тарковский плохо уже стал. Нет, он очень точно работал со своим длинным временем, да. А здесь работают с коротким временем, и это совсем не мешает им видеть эту реальность, а наоборот помогает, и она становится вижу. Я в эту реальность совершенно впала. Я когда закончился фильм, я думаю, ну какой же молодец снял это кино, потому что он почувствовал все, что есть новое в этом времени, причем новое – это не сюжет, а само время. Само физическое время, которое совершенно по-разному существует в разные времена и эпохи. Если вообще для документалистов, особенно для документалистов, но и не только, если ты не попал в свое время, значит, ты устарел даже с первым своим фильмом. Даже если тебе 20 лет, ты старый уже. Потому что ты не чувствуешь время, ты только чувствуешь, что ты большой художник. Почему-то тебе кажется, а ты не большой художник и вообще не художник, потому что ты ни черта не видишь и не чувствуешь вокруг. Вот эта чувствительность исчезает, поэтому я не думаю, что с этими детьми надо работать по-полицейски, да? Дескать, ребята, это не кино, а вот кино-то мы делали, и мы смотрели. Это неправда все, это все неправда. И есть дети, которые очень хорошо откликаются именно на TikTok, именно на YouTube. И я какие-то вещи вообще ищу в YouTube. Я иногда смотрю, есть ли автор, который появился в YouTube. Есть в YouTube, есть замечательные авторы, которые не имеют представления о том, что они лучше режиссеров, окончивших высшее образование режиссерское. Это вообще неплохо. А? Это вообще неплохо. Конечно, конечно. Это очень хорошо. И если они захотят дальше снимать кино, допустим, придут, то я их возьму скорее, чем людей со старым классическим образованием и подражающим великим режиссерам. У нас отменен пиетет
к великим. С самого начала школы я как бы у нас не стало великих. Ну, я могу немножко больше рассказать, да, об этом. Пожалуйста. Я помню, как мне в школе, и это вообще система была нашего образования, когда нам надо было на кого-то равняться все время. Наверное, и сейчас тоже, да, равняются. Угу. Вот говорят, ну, вот Лев Толстой писал, а ты прям непонятно как, да, предложение выстраиваешь. Я помню, это мне ужасно мешало, но я хотела быть художником, прямо вот художником писать. И я приехала в 9-м, по-моему, классе на экскурсию в Москву из Казани, и сразу же пошла в Пушкинский музей, потому что я очень любила период конца 19-го, начала 20 века, а его там очень много. И я увидела Сезанна. Вот в реальности. Я знала, кто такой Сезанн, я наизусть знала вообще всю классику живописную, но я его увидела живого впервые, да, картинку. И мне стало плохо, и я поняла, что я не буду художником, потому что никогда в жизни я не смогу писать картины так, как писал их Сезанн. Вот никогда, да? И вот это было совершенно неверное ощущение, и я с этого начинала раньше вообще, каждый курс начинался с того, что Тарковский большой художник, но Ване Иванову тоже есть что-то сказать, то, что не может сказать или не мог сказать Тарковский, да? Поэтому скажите то, что может сказать Ваня Иванов. И это очень важно. Личное высказывание. Ты должен быть кем-то, чтобы тебя услышали, да? А подражателей Тарковского миллион, их никто не слышит, не знает и забывает сразу же. Ну, Тарковский как один из примеров просто вот. Поэтому великих надо знать, они часть вообще нашего мира, который нас создал, но не иметь себя в виду как маленького и несчастного и ничтожного. Ты не как памятники, да? Да. И ты пришел делать кино, значит, ты уже не маленький, не несчастный, не ничтожный. Значит, ты что-то можешь сказать. Երբ մենք խոսում ենք կինոյի արվեստի և կինո լեզվի մասին, մենք հաճախ խղում ենք անում բաժանումների տեսակի կինոյի, այսինքն խաղարկային կինո, անիմացիոն կինո, վավերագրական կինո, նաև ես դրան ավելացնում կարճամետրաժ կինո, որպես առանձին տեսակ կինոյի. Եվ այսօր հասկանալի է, որ միտեսակ այդ բաժանումները արդեն ժամանակավրեպ են, ու կարծես թե նույնիսկ կինո փառատոները հրաժարվում են ունենալ մրցութային ծրագրեր առանձին ֆիլմերով. Ինչ է կարծում, դա նրա համար է, որովհետև կինոն նոր լեզու է փնտրում, և ինչքանով է կարևոր կինոյի համար այսօր ունենալ նոր լեզու. Это то, о чем мы уже говорили. Если ты разговариваешь старым языком, значит, ты не попал во время. Все. Да? То есть, если ты стараешься показать, какой ты хороший ученик, и ты знаешь, как Феллини снимать, как Антониони и так далее, то ты никуда не попал. Ты можешь очень хорошо подражать, но ты человек несовременный, и ты ничего не создаешь в этом кино. Как бы некрасиво, и точно ты не подражал, да? Поэтому язык – это смена языка, это непременная парадигма вообще. Не может быть искусство без смены языка. Оно сложное, разное, это очень длинный период. Нельзя сказать, что вот завтра сразу мы сменим язык. Нет, так не бывает, это будет длиться долго-долго, будет наравне с современным языком существовать язык предыдущий, и вообще язык еще того времени, в котором мы не жили, допустим, начало кинематографа, мы будем к нему возвращаться, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сквозь всех этих, сквозь эти возвращения пробьется новый язык, то кто-то его должен заметить. Потому что если кто-то его не заметит, а уничтожит по разным причинам, да, в том числе и политическим причинам, то он будет ну, тем, кто убил язык. Вот тем, кто сжег Карфаген там и все, а это будет убийца языка. Убийц языка очень много, надо сказать, потому что новым языком разговаривать иногда страшно. Иногда страшно. Он не очень нравится почему-то власти,
Новым языком разговаривать сложно, потому что вот он не нравится власти, даже если нет политической составляющей. Это очень интересно, когда кто-то очень давно спросил, ну вот почему Пушкина там преследовали, он, в общем, особо не был революционером, несмотря на то, что он дружил с декабристами, но он не был протестным человеком. И какой-то филолог очень точно сказал, потому что в это время написать стихотворение «Я помню чудное мгновение передо мной явилась ты» – это элемент свободы. И бояться свободу, а не текста какого-то протестного. Видно, а человек легко вот владеет, да? Ты тут убиваешь всех, а он пишет «Я помню чудное мгновение». И это есть свобода. Вот эту свободу удушить, ну, нельзя. Կարող եք ինձ մի ֆիլմի օրինակ բերել, որը նկարահանվել է 21-րդ դարում, այսինքն 2000-ականներից այս կողմ, և բացատրել, ինչու է ըստ ձեզ այդ ֆիլմը ձեզ տպավորել, ու ինչու եք դու դա համարում նոր ժամանակի կինո։ Могу, и я об этом очень часто говорю, потому что для меня это действительно один фильм, который я не знаю, как он снят был. Он абсолютно простой, и когда вы будете его смотреть, вы не увидите там того, что можете посчитать там новым языком, да? Новый язык – это ведь не какое-то непонятное, да, что-то, а это другое расположение в пространстве вашего сюжета. Я не знаю, насколько это объяснять надо, ну вот как бы поверьте, что это так. Это фильм румынского режиссера Кристи Пуйо. «Сьерра-Невада». Причем «Сьерра-Невада» пишется неправильно, со специальной ошибкой, так написал режиссер, для того, чтобы не подумали, что это реальная «Сьерра-Невада», географическое пространство. Ничего в фильме, ни о какой «Сьерра-Неваде» нет речи. Но вот то, что оно написано неправильно, уже мы можем, критики очень много думали, почему это Сьерра-Невада, ни до чего не додумались, но я думаю, что он очень точно написал это неправильно специально, для того, чтобы показать, что мы будем говорить по-другому немножко. Вот это трехчасовое кино, в котором ничего особенного не происходит, сюжет очень простой, и я, это даже не спойлер, потому что там ничего действительно не происходит. Это большая румынская семья, у которой умер старейшина, отец семейства, собирается за столом, по-моему, на 40-й день, так же, как вот в России, на 40-й день для того, чтобы отметить эти 40 дней, как он ушел. Женщины готовят, это трехкомнатная маленькая квартира, обычная, как вот в хрущевках у нас. По-моему, это все снимается не в декорациях, потому что я все время вижу потолок, и я понимаю, как работает камера. Вот. Маленькая трехкомнатная квартира, в которой очень много народу, и в которой еще свои родственники притаскивают каких-то случайных людей. Девочка, внучка притаскивает какую-то совершенно обдолбанную, непонятную девушку-подростка, потому что ей плохо, ну и так далее, да, появляются новые люди. И вот это три часа они, приготовив еду, ждут, когда появится поп, священник, чтобы осветить эту еду. А священник все время звонит в Бухаресте пробки, да, и они три часа ждут, когда священник пробьется через эти пробки, и они смогут, наконец, поесть. Потому что один вообще сын приехал с операцией, он хирург, и он страшно хочет есть, и одна из бабушек ему там толкает кусочек, говорит, поешь так, ну, незаметно, да? Иначе как же? Ничего не происходит. Но это такой мощный мир, и я не понимаю, как он это снял. Я не понимаю, как работают актеры. Я спросила потом, я вот в Молдавии была в сентябре, давала мастер-класс, ну, а так как они румыны, в принципе, да, это кому-то захотелось, чтобы они были молдавы, ну да, они румыны, хорошо знают. Я спросила, это актеры играют? Они говорят, все актеры. Там нет как бы людей, которых взяли с улицы. Но они играют так, что я не вижу вообще никакого актерства. Это вот реальная жизнь, которая перед нами раз
и распускается. И она укладывается в 3 часа реальной жизни. То есть это практически физическое время этого сюжета укладывается в физическое время кинематографа. Посмотрите, я думаю, операторам или режиссерам и студентам очень важно, как работает там камера. Там работает молодой парень за камерой, я тоже нашла его в интернете, нам он не знаком как оператор. Там такая уникальная камера. Ощущение, что он отбивает вообще любое движение нужного персонажа. Я не знаю, были ли дубли. Я вообще не понимаю, как это снять. Я понимаю, как снять так, как Тарковский. Но я не понимаю, как снять, как Кристи Пуйо снимает. Для меня это вот удивление невероятное в кинематографе. Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար եւ որ ստիպեցիք իմ հորինած ձեվաչափը խախտել։ Շատ շնորհակալություն։